Музей-заповедник Абрамцево отмечает столетие со дня создания. В честь юбилея лидер «Справедливой России» посетил историческое место в Сергиево-Посадском районе. Для Сергея Миронова провели подробную экскурсию по территории музея. Усадебный дом – старинное здание 18 века, один из немногих сохранившихся памятников русского деревянного классицизма. Усадебный дом последний раз мы открыли в новой экспозиции в 2013 году, уже после реставрации. И здесь фактически вместо 5 залов, которые были, здесь у нас 12 залов, и это нам позволило, что называется, показать всю нашу коллекцию, которой располагает наш музей. Этот дом был приобретен автором сказки «Аленький цветочек» Сергеем Аксаковым. И в разные годы усадьбу посещали известные писатели, историки и художники. Это роща, римская роща. Я уже сказала, художники, познакомившись, приезжают сюда. Но они хотят закрепить свои отношения, посадив вот здесь вот деревья. У нас даже есть римская роща. Да, конечно, не все деревья сохранились, да, но часть из них осталась. Именно в усадьбе была написана знаменитая картина Валентина Серова «Девочка с персиками». Если мы вот так вот посмотрим, да, вот представим, вот если оттуда посмотреть, вот блюдо, вот гренадер. Церковь Спаса Нерукотворного – еще одно культурное наследие. Она считается первым произведением русского модерна. После этого парламентарий посетил экспозицию «Абрамцево. Искусство 20 века». Кончаловский сюда приезжал, писал. Это Абрамцевский парк, это Абрамцевский дом. И мы видим уже Сезанн. Влияние Сезанна. Никто из художников бубнового валета мимо Сезанна не прошел. В галерее также представлены работы скульпторов. Многие из мастеров жили и работали в поселке художников недалеко от усадьбы. Здесь все наши великие художники чувствовали себя как дома. И Поленов, и Суриков, и Васнецов, и Куинджи. Это, конечно, уникально. И история Абрамцева, кстати, я думал, откуда такое имя пошло. Оказывается, это Абрамок. Это река обрамляет как полуостров. Вот отсюда и Абрамцево. Уникальнейшее место совсем недалеко от Москвы. Всем москвичам и гостям нашей столицы рекомендую. После культурной программы политик побеседовал с директором музея о трудностях, которые испытывает Абрамцево. В частности, проблемы с закрытием дороги, которая используется в транзитном режиме, установкой памятника Саве Мамонтову, организацией новых мемориальных отделов музея и другие. Сергей Миронов обещал решить эти вопросы и оказать поддержку музею на федеральном уровне.